Каспийске прошел общегородской субботник. В нем приняли участие представители администрации, предприятий и других различных организаций, расположенных на территории города. Отметим, что на объектах проведена следующая работа – ремонт и покраска зданий, очистка территории от мусора, уход за зелеными насаждениями и многое другое. Кроме того, активное участие в субботнике также приняли образовательные учреждения города. Это детские сады, школы и организации дополнительного образования, которые с самого утра приводят в порядок прилегающие территории. В общегородской уборке приняли участие заместители главы Каспийска Арсен Шерифов, Гусейн Нкилов и Руслан Учакаев, а также руководители ведомств города. Всего муниципалитет был разделен на 5 зон, каждый из которых был прикреплен ответственный, а также для проведения субботника было задействовано 5 единиц специальной техники.